В преддверии нового учебного года 60 первоклашек из малообеспеченных и многодетных семей получили в подарок от спонсоров школьные ортопедические рюкзаки с учебными принадлежностями. Мы с 4-й школы, мы очень благодарны, что наших детей уделили нашим детям, вернее, такое внимание. Неравнодушные предприниматели ежегодно поддерживают республиканскую акцию «Дорога в школу», которая проводится в нашем регионе при поддержке Управления образования Павлодарской области, отдела образования города Екибастуз и местных исполнительных органов. Также 16 августа возле торгового центра УАК была организована ярмарка, где присутствовали более 15 предпринимателей, которые по низким ценам продавали одежду для наших деток. Ну, если у нас более 2000 первоклассников, 586 первоклассников мы охватили по акции «Дорога в школу». Эта акция «Дорога в школу» у нас протягивается на протяжении учебного года.